Всем привет, у нас отстрел картечи на минималках, такой маленький патрон и два патрона побольше, хотя снаряжены примерно одинаково. Итак, снаряжение патрона: порох Таха 1 грамм, картонная прокладка на порох, войлочный пыж, именно в этом, потом картечь 8,5 мм, это 3 картечины и в итоге 10 грамм картечь, картонная прокладка и под закрутку. Это маленький такой вообще, длина 36 мм. А этот чуть побольше, но здесь не войлочный пыж, а древесная стружка. Так же самое 3 картечины. Ну и попробуем отстрелять сосновую доску на дистанции 7 метров. Такой типа как родезийский патрон, ну не совсем родезийский, я картечь на минималках я его называл. Так, стрелять буду с чока, то есть с получок, верхний ствол. Маленький патрончик такой. И попробуем, что он покажет нам. Так, вот выстрел. И посмотрим нам еще, что у нас получится. Так, что-то как-то непонятно, наверное, разлетелось, куда попало. Пробуем следующие патроны. Так же самое, 10 грамм картечи. Что с этого получится? Так, есть. Это явно попало, досточка упала. Идем смотреть. Сквозняк, насквозь две картечины из трех. Вот такая кучность. Раз, два, три. Метров 7. Итак, смотрим на результаты стрела картечи на минималках. Самый маленький патрон с длиной 36 мм, где был только с пыжи один войлочный пыж. Вот прилетела картечина сюда, 8,5 мм. Досточка 40-ка. Ну, видать, пыж слабенький и раскидало как попало. Неудачный такой этот патрон. 10 грамм картечи всего было, напомню. Следующий патрон, также 3 картечины. Раз, два, три. Вот здесь, ближе к сучку. Эти две на выход. 40 мм сосны. Ну, 10 грамм. Это третья часть или даже четвертая часть стандартной навески. Некоторые 9 картечин кладут, а некоторые 12 таких для 12 калибра. Это такая на минималках картечь, 1 грамм пороха, но несмотря на это, достаточно серьезный патрон получился на близком расстоянии. Ну вот такие результаты. Кому понравилось, ставьте лайки, комментируйте и подписывайтесь на канал. Всем пока!